Всем привет! Привет-привет! С вами канал Лазаревская Forever. Food and Travel. С вами Владимир. И Елена. Сегодня, ребята, у нас выходной, и мы идем гулять. Угу. Хотим сходить в новый магазин, который открылся у нас не очень далеко от дома. Называется «Дары Востока». Вообще нам порекомендовали, да, нам порекомендовали его. И, в общем, сходим, посмотрим. Говорят, что там есть все, что есть в Лазаревском. Да, и даже больше. Так что все увидим, вам покажем. Кому интересно, оставайтесь. Айда с нами. Айда с нами. Ребята, мы зашли в Дары Востока. Смотрите, показывают. Такая красивейшая у них посуда здесь есть. Сервизы. Просто обалдеть, такая красота. Ажурная, красивая. Вообще, я просто балдею от такой посуды шикарной. Стоит, допустим, вот такая 2000. Мы, кстати, уже с Вовой покупали. У нас с Вовой есть кое-какие. Вот эти тоже красивенькие. Сколько стоят? Такие легкие. 80 рублей. Она, по-моему, пластмассовая. Это глина, вот гранат нарисован, для плова, косы, Вова говорит. Вова просто жил где-то там в Узбекистане, да? Косы, это называется. Смотрите, какие кружечки оригинальные, красивые. Очень у нас не хватает, но дорогие. Да, это очень дорого, но очень красиво, просто шикарно. Сейчас вам еще покажу. Смотрите, какие большие блюда, поменьше, для фруктов, видимо, для чая. Красота. Чайники пошли. Вот наверху стоят вот такие вазы тоже. Красивые, очень красивые. Также здесь есть очень много продуктов. Вот, допустим, оливки из Турции. Прямые поставки. Любим мы такое дело. Острый перец стручковый. Стручковый есть красный, есть зеленый. Прямо глаза разбегаются, слушайте вообще, ребят. Чего тут только нет. Вот такая посуда. Такой сервиз с чайником на 6 пиалок. Плов кушать, чай пить. Красота. Сейчас еще что-нибудь покажем. Вова увидел тут, смотрите, есть что. Думаете, что это? В жизни не угадаете. Все по-арабски написано. Масло семян черного тмина, королевское. А сколько стоит, Вова? Цена. Нас интересует цена. Цена, ребят, 280 рублей. Почти даром. Даром. Ни разу не пробовала. Гранатовый соус по 170. Кстати, очень вкусный. Турция тоже. Лимонный соус. А лимонный соус... О, по 90 рублей, кстати, можно купить лимонный соус. Можно. Он заменяет лимон. Сейчас лимоны дорогие. Угу. Вот можно добавлять. Вот это классно для диабетиков. Для диабетиков, да. Вот такой сироп топинамбура. 230 рублей стоит. Наш араб соус. 100 рублей. Кстати, он 100 рублей. Это тоже недорого. Наш араб. Угу. Сейчас дальше пойдем посмотрим. Тут различные вкусняшки. Конфеты. Рахат лукум. Кстати, очень любим рахат лукум. Всякие разные, тоже с разными вкусами. Вот в таких коробочках тоже, видимо, сладости разные. Ну, Вова там, как всегда, опять что-то увидел. Скрипка шоколадная. Ну, Вова. Страдивари. С музыкой коробочка. С музыкой. Там конфеты, видимо. Да, конфеты. Сколько стоит такая бесценная? Цены нету. 580. А, 580 рублей. В принципе, да. Ну, вот здесь покажем. Всякие перчики, оливочки, банки интересные. Турецкие сладости. Смотрите, 240 рублей. Вот такая коробочка. В общем, вот такая из Турции. Все это привезенное. Халва для диабетиков есть. Шоколадная. И с фисташками. С фисташками стоит 495 рублей. Вот такая вот. А шоколадная стоит 370 рублей. Есть вот такие различные маленькие упаковочки. Просто глаза разбегаются, все, охота попробовать. Казаны продаются. Самый маленький на 3,5 литра.
стоит 2400, ну и самый большой на 12 литров 4200 стоит. Мало ли кого-то может интересует, смотрите, орехи фундук чищенные из Турции, 900 рублей 1 килограмм. Здесь также, смотрите, какая красота при входе. Правда, там очень громкая реклама, поэтому не знаю, меня слышно или не слышно. Ну, в общем, смотрите глазками, все показываю, все, что тут есть. Посуда тоже оригинальная. Тут есть также вот такие чаи, ну, как бы, как сказать, чаи. Бутоны роз, например, продаются 210 рублей. Мальва, бутоны розы другие. Есть василек, в общем, чай, видимо, заваривать. Календула, бессмертник. В общем, казинаки различные присутствуют. Казинак производство самый клевый. Казинак 70 рублей стоит. Каркаде чай. Мы, кстати, любим каркаде. Частенько его завариваем. Ну, у нас дома есть. Смотрите, какие наборы шикарные. Вот такой шикарный набор, да, к чаю. В общем, да, сладости. Даже в Лазаревской не надо ехать, да, чтобы покупать. Чего только нету. Есть, ребята, вот виноградные листья в баночке. Надо было, кстати, купить. 160 рублей делает долму. Вот увидели, арахисовая паста с кусочками арахиса. Тоже, наверное, Турция делает. Турция, да? 190 рублей. 190 всего, баночка такая. Тут, кстати, еще другие баночки сейчас покажем. Это с коллагеном. С коллагеном. Все полезное. А это чай гречишный. Смотрите, какие баночки. 220 рублей. Из гречихи, видимо. Вот так вот выглядит. Вот такие коробочки, ребята. Набор орешков. В подарок очень даже хорошо, замечательно. 525 рублей. Очень много всяких. А дальше смотрите, какие вкусняхи. Это, в общем, в шоколаде разные орешки. Например, грецкий орех есть в темном шоколаде, в белом шоколаде. Изюм есть в черном шоколаде, в белом шоколаде. О, наши любимые конфеты Парварда. Как да. Парварда? Да. Как там правильно? Пишите в комментариях. В детстве очень любили. Вот я еще любила вот такие лимончики. Лимонный фреш. 260 рублей за килограмм. Камушки ассорти мини. Тоже наши любимые конфеты из детства. В принципе, на них и выросли. Бусы есть, камушки. Каких тут только нет. Есть конфеты мама Женя. У нас, по-моему, папа Женя были. А, вот папа Коля папа и мама Коля. Женя. Конфеты милому созданию. Слеза мужчины. Укус женщины. Кстати, очень вкусные конфеты. 730 рублей за килограмм. Да, слаще поцелуя есть конфеты, называется. Гламурный отдых. Надо попробовать пару конфеток взять, что из себя представляет. Сейчас смотрите. Всякие-всякие. Угости друзей называются. Кстати, такие вот мы брали, такие вкусные. Золото партии. Золото партии. 610 рублей килограмм. Как-то оно дешево стоит. Еще полно конфет. Угостись и удивись. 585 рублей. Мир чудес. Разноцветные, красивые. Ура, пятница, конфеты. Вот так выглядят. Интересно, они, наверное, с алкоголем. Гад. Макадамия, ребята, дешевая. 790 рублей килограмм. А помельче 630 вообще. Классно. Мы очень любим макадамию. Здесь же на полу вот такие блюда. Очень красивые. Тут, ребята, также есть акция. Смотрите, курага, пуговка. 300 рублей за килограмм. В общем, а кураги здесь очень много. Ловка Узбекистан называется. Здесь клюква вяленая. Вова увидел. Курут. Кто знает, что это такое, пишите в комментариях. Да. Мы это пробовали. У нас есть даже дома. Классная штука лежит дома. Очень полезная, кстати. Да. Очень много кальция вот в этой штуке. Прямо источник. Фасоль покажу. Кальция. Смотрите, фасоль. Глазок. Белый талас. Красный талас. В общем... Вот такой шикарный магазин. Сейчас я вам покажу, если там музыка не громко будет играть, что еще на входе продается. Еще увидела вот такой необычный миндаль карнавал.
перламутровые как будто пуговицы. В общем, тоже очень много всего. А тут ребята еще увидели чурчхелла. 980 рублей, 1 килограмм. Разных вкусов. С гранатом, с киви. Вот такие вот рахат-лукумы. В общем, чего только нет. С орешками. Тоже с различными орешками. Обожаем такие сладости всякие. Кстати, покупали их в Лазаревском. В Лазаревском их тоже много, но цена в Лазаревском намного выше. Если здесь стоит 350 рублей килограмм, обязательно посмотрим, сколько они стоят в Лазаревском на рынке. По-моему, там рублей 700 стоят. Так что у нас сейчас рядом с домом такой шикарный магазин. Каких только вкусов нету, глаза разбегаются, все хочется попробовать. Но мы обязательно попробуем, раз уж у нас рядом прямо с домом. Вот такое джазелье без сахара, с тутовником, с киви, с кокосом. Обязательно возьмем. Мы нагулялись, пришли уже домой. Смотрите, что мы купили. А купили мы, ребята, кальмары свежемороженые. Но они уже вот у меня немного оттаяли. Сейчас я их буду отваривать, очищать. И к вечеру буду делать салат с кальмарами. Мы очень проголодались, поэтому решили заварить вот такой суп. Никогда не догадались, что это за суп. В общем, мы такие супчики взяли в поезд. Хотели пробовать в поезде, но решили попробовать все-таки дома. В общем, вот такой суп из морепродуктов с креветками. Брали по акции по 49 рублей. В общем, есть с креветками, а есть такой же с гребешком. Написано, что только залить кипятком и подождать. В общем, что мы сейчас и сделаем. Вот это вот суп покажем. С креветками. Сейчас возьму ложечку, попробую вот так. Вот так он, смотрите, как размешался. И вот второй. Этот, наверное, больше даже походит на мисо. Этот с гребешком. Ну, тоже, в принципе, столько же зелени. Сейчас немного настоится и будем пробовать. Кстати, там реально плавает типа омлета. Смотрите, походит. Я не знаю на что. В общем, это не походит на дошик. Я думаю, что это будет что-то вкусное. Такой бульончик. В общем, попробуем и вам расскажем. Вот этот с креветками. А вот этот с гребешком. Надо будет заценить. Мне кажется, с гребешком, что-то я гребешков не вижу, много зелени. А в креветках там типа омлета плавает что-то. Сейчас еще немного настоится у нас. Вот так вот для сравнения вам покажу. С креветками, с гребешком. Супик настоялся. В общем, я попробовала. И тот, и тот. Вкусен и тот, в принципе, суп. С гребешком имеет свой вкус, а с креветками свой. Ну, вот такой жиденький бульончик, но он такой морской. Морская, в общем, тема. Кто любит море, очень вкусно. В поезде нам зайдет на ура. Так что мы берем и вам тоже рекомендуем. Это здоровое питание. Вот такие сублимированные супчики. Там, в общем-то, все натурально. Видите, там зелень, бульон. Вот гребешков я здесь только не наблюдаю. Сюда бы гребешка они еще добавили. Так же, как вот здесь вот креветок. Тоже вот написано, что добавлены креветки. Но ни одной креветки я не вижу. А вот это, я так понимаю, это типа омлета. Яйцо. Ну, там, знаете, в китайской кухне они любят омлеты. В общем, рекомендуем. Ребята, приятного аппетита. У меня закипела тем временем вода. Сейчас еще сделаю кальмары. Я кальмары бросаю в кипяток. Они буквально минуточку вот так вот варятся. Кожица с них вся слазит. И все, достаю, промываю под холодной водой и вычищаю кишки. Итак, ребята, я принесла два супчика в Вове. Вова сейчас будет угадывать, который с креветками, а который с гребешком. Ну, давай, Вова, пробуй. Еще обмануть хочу, да? Да, 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 да. Вова пробует. Сейчас будем пробовать. Просто интересно так. Такая реакция ни о чем. Возможно, это с креветкой. Я с гребешком.
Нет, наоборот. Наоборот. Ну там нету ни креветки, ни гребешка. Там ничего нету, там что-то есть. И какой тебе вкусней? Вкус вот этот посолоней. Это посолоней, да, с гребешком. Ну это приятнее такой. Ну, в общем, вкусные и те, и те. И креветки, вот это креветки, они с омлетом. И гребешок, он с зеленью просто идет. Угу. В общем, ребята, всем приятного аппетита. Да, похлебать горяченько вообще хорошо. В поезде особенно зайдет. В поезде вообще классно зайдет. Сублимированный, у меня даже слюнки побежали. Угу. В общем, сейчас тоже будем кушать. Угу. А на ужин я приготовлю салат с кальмарами. Уже нарезала их соломкой. К кальмарам я добавлю вареное яйцо. Тоже порежу соломкой. Я буду добавлять вместе с желтком, хотя можно готовить только из чистого белка и кальмаров. Также в этот салат у меня пойдет вот такая имитированная икра. Яйцо буду нарезать с помощью вот такой нарезки. Ну, я не знаю, как она называется. Терка. Яйцо мы покупаем в Чижике. Ребята, там такой желток яркий, желтый. Прям вот очень яркий. Кур чем-то кормят, видимо. Салат заправлю капелькой майонеза. И добавлю сейчас вот эту икру. Тоже ложки 2-3. И всю эту массу я перемешаю. Вот такой салатик у нас получился на ужин. Думаю, с белым вином Пино Гриджо будет самое то. Легкий, вкусный салатик. Прямо самое то на ужин. Всем приятного аппетита! Угадайте, что такое-то мы купили? Зашли в ленту, а в ленте увидели, это, ребята, дыня. Дыня называется Honeydew. Не знаю, ни разу не пробовали, вообще первый раз такую видим. С виду походит то ли тыква, то ли кабачок, ну, такого цвета. Сказали, что очень вкусная. В общем, сейчас разрежем и попробуем. Вот я ее разрезала, смотрите, она на вид такая зеленая, но такая ароматная. Сейчас будем пробовать. Я семечки вычистила и вот так вот нарезала. Сейчас зовем Вову и пробуем. Вова берет кусочек дыньки. Такой кусочек дыньки смотрится смачно. Ну давай пробуй. И необычно. Пробуй. Рискнем попробовать. Новый сорт дыни, нам неизвестный до этого времени. Honeydew. Угу. Также заговоришь потом Honeydew. Ну-ка. Ребята, очень сладкая. Очень мягкая, очень сладкая. А смотрится как будто зеленая, как будто кабачок на вид. Не. Есть своеобразный прикус. Она обалденная. Сейчас тоже попробуем. Я прямо слюнки побежали. Как Вова кушает дыньку. Вкусняшка, да? Хорошо, что ос нету. Приятного аппетита. Да, осы еще не видели такой сорт дыньки. Видимо, да. А то мы прилетели. Налетели бы, налетели. Не, они все замерзли. Ну что, дубль 2. Теперь рискует Лена пробовать такую маленькую. Да, маленькую дыньку необычно. Она вообще не походит на колхозницу. Вообще не тот вкус. Вообще она такая мягкая. Угу. И очень-очень сладко. Угу. Прям как-то не дынный даже вкус какой-то, но сладкий. Вот такая рекомендую, ребята. Угу. Honeydew называется. Обязательно попробуйте. На вид незрачная вроде была. Такая зеленая. Угу. Видите, как на кабачок походит. Как будто цукини кабачок какой-то. Цукини с белым смешанный. Но на вкус на просто вкус... Обалдеть. Сахар галимый. Это вкусняха. Угу. Такая. Ну и как вообще? Вообще, да? Вообще, залетело только так. Всем рекомендуем. Попробуйте. Ну, а сегодня, наверное, ребята, мы попрощаемся с вами. Угу. Уже, наверное, влог такой длинный получился. Сейчас смонтирую, выпустим. С вами встретимся уже в следующих наших влогах. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока-пока-пока!